Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy S20+, и сейчас я вам покажу, как войти в Download Mod, режим загрузчика загрузки в этом устройстве. Итак, если вдруг у вас телефон заблокирован, тогда вам нужно будет это делать немного по-другому. Да, вот если он заблокирован, тогда вам не получится просто взять и выключить телефон, да, потому что он попросит у вас пароль блокировки. Вам нужно будет зажать и удерживать эти обе кнопки, и потом в момент, когда телефон выключится, переключиться, то есть эту кнопку продолжать удерживать, а как только вырубится экран, да, нужно будет эту отпустить и сразу удерживать кнопку увеличения громкости. То есть только таким образом. Потом, после появления надписи Samsung, эту отпускаете, но, то есть питание отпускаете, но продолжаете удерживать кнопку увеличения громкости. То есть это только так работает. Если же телефон разблокирован, тогда делаете просто так. Нажимаете и удерживаете кнопку питания и уменьшения громкости пару секунд. Затем нажимаете выключение и ждете. После того, как телефон вырубился, одновременно нажимаете и удерживаете кнопку питания и кнопку либо увеличения, либо уменьшения громкости, это не принципиально. Итак, раз, два, три. То есть две кнопки нужно зажать. После появления надписи Samsung обе кнопки отпускаем. Вот, и телефон зашел в режим Recovery. В этом режиме можно пользоваться только кнопками физическими. И для того, чтобы спуститься на пункт ниже, да, вот мы нажимаем кнопку уменьшения громкости и останавливаемся на пункте Reboot to Bootloader. И для выбора этого пункта нажимаем на кнопку питания. Ждем, пока телефон перезагрузится. Вот и все. Все. Мы зашли в режим загрузчика. И теперь можете подключать кабель, прошивать, там делать всякие свои грязные делишки, либо же не грязные делишки, не знаю, что вы там хотели делать в Download Mod, да. Поэтому мира вам, добра, удачи. Главное, чужие телефоны не воруйте, потому что ничего у вас не получится. Потому что этот телефон достаточно хорошо защищен. Если он был запаролен, вряд ли вы сможете пароль блокировки обойти. Итак, ребята, что хотел еще сказать? Если вы хотите выйти из этого режима, тогда вам нужно будет одновременно зажать и удерживать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Этой рукой я просто придерживаю. Жмем. Секунд 7 у нас написано, нужно подержать. Все, после того, как потемнел экран, вырубился экран, просто отпускаем обе кнопки и ждем, пока телефон загрузится. Вот и замечательно. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Я надеюсь, оно оказалось полезным для вас. Если это так, тогда не забудьте подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Если вдруг у вас возникают какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы постараемся ответить абсолютно каждому. До скорых встреч!